со мной в студии человек, известный как чувак из Постала. Ненавижу это погоняло. Ну а настоящее имя у тебя есть? Я забыл. Детки, не балуйтесь наркотиками. С медицинской марихуаной переборщил, да? Или со спидами. Шучу, ребятки. Делайте, как я говорю, а не как я делаю. Точно, да. Ну ладно, я тут читал, что ты побывал в Парадизе, прежде чем он был полностью уничтожен ядерным взрывом. Да, из-за неудачно случившегося ипотечного кризиса я был вынужден переехать с женой туда, где соседи будут поприличнее. Меня как раз позвала на работу одна из крупнейших контор по производству видеоигр. Правление решили, что я перенапрягся на работе, и мне нужен был отпуск. Ничего личного, мужик, но ты уволен. Я решил сделать то, что уже давно собирался. Автограф у Гарри Колмана взял, было очень мило. Поел стейков, поиграл со слонами, сходил на исповедь и даже посетил могилу отца. Такой вот я молодец. А кстати, о религии. Ты случайно не был в церкви Дэйва во время резни? Да, это был как раз день рождения моего дяди Дэйва. Я подарю ему одну из этих фигурок Крочи. Найти ее было очень даже непросто. И вообще, это не было религиозным культом. Просто Дэйву таким макаром телки из церкви давали на колянок. Они с катушек слетали, когда слышали: «Я реинкарнация Иеговы, пойдите на колени и зацените, какую я сейчас солягу на гитаре слабаю». Это впечатляло. В общем, у Дэйва было круто, пока не появились федералы. Наверняка просто ошиблись адресом. Ну и в общем, после моего неосторожного обращения с оружием, красавица жена меня покинула, и я был безутешен. К тому времени в городе обосновался канализационный талибан, потом зомби-матершинники. В общем, мы решили выбираться. Кроме того, уже в десятке видеоигр действие происходило в городе с названием Парадиз. Понятно. То есть, когда случилась трагедия, ты был на городском мосту Парадиза? Постал 3. Да я не зомби, ни хрена! Блин. Стрелять научись лапой, ты мне, сука, еще медицинскую страховку оплатишь. Да иди ты нахрен! Гляньте, какой замечательный ящик с гранатами. Не хотелось бы, чтобы он пропадал зря. Thank you.
Я исправлю ошибку твоих родителей. Ну, кажется, этим малышам там внизу так холодно и страшно. Надо бы обогреть их как-нибудь. Почему все запрещают играть с огнем и не говорят, как это весело? Так вот на что похож этот запах. С румяной корочкой. Бекон, бекон, бекон! Прожаренная с корочкой кровь. Крутой, однако, мост. Здесь столько полезной хрени разбросано. Ого, у этих говнюков хорошая защита. Умел бы читать, знал бы, что делать. Яблочко. Здрасте, я Эштон Катчер, и вас подставили. Пахнет кремированной курицей. А пахнет и правда неплохо. О, да. Как из жопы появился их командир, и он был рад, что у них теперь есть еще один нормальный рядовой. Потому что какой-то маньячило на мосту покрошил его ребят. В общем, он назначил меня руководителем какой-то жизненно важной операции на мосту. Не пускай никого в пульт управления мостом! Никого! Ясно, солдат? Но проблема... Кнопка, а конфетка. Никто не смотрит, может быть, слегка нажать. Прикольная какая кнопка. А что будет, если нажать? Я убежден, что произошел какой-то просчет, в результате которого и случился тот неожиданный инцидент на мосту. Да что вы, какая прелесть, и что же случилось? Я почувствовал, что мое призвание совсем в другом, и пора было двигаться дальше. Да и вообще, к тому времени я такое повидал, просто ужасные вещи. Ну и само собой, тот несчастный случай с ядерным взрывом, ну вообще не моя вина.
Ну, то есть, кто бы это ни сделал, он запросто мог и не знать, что у них там есть ядерная бомба. Наверное. И Парадиз был полностью уничтожен. Какая трагедия, а ведь виновного так и не нашли. Серьезно? Это же ах, как ужасно. Вот ведь незадача.